Подопечные Александра Китова все ближе подбираются к зоне плей-офф. Выездная серия для нашей команды прошла неплохо. В половине игр новокузнечане одержали победы. Причем в Омске кузнецкие медведи взяли очки во всех двух матчах, один из которых завершив свою пользу со счетом 3-1. Ребята сами почувствовали, что они умеют. Почувствовали, как мы их настраивали, что ничем там Омск не сильнее, может даже в каких-то компонентах и уступает нынешним медведям. Поверили в себя, поверили друг в друга. Ну и результат пришел. Как думаете, может быть и первый матч можно было в Омске выиграть? Ну там, возможно, конечно, и дорога сказалась. Ну а самое главное, ну, для мальчишек тяжело. Основная масса у нас новички на лидирующих позициях. Приходится им выходить. У них еще нет такой уверенности в себе. Для них Омск это какие-то небожители. Однако медведи в Омске наглядно показали, что могут вполне брать очки в играх с одним из лидеров региона МХЛ «Урал-Сибирь». Кстати, чтобы попасть в плей-офф, новокузнечанам в дивизионе можно занять минимум четвертое место. Его сейчас наша команда делит со снежными барсами, сыгравшими, правда, на два матча меньше. Ближайшие поединки кузнецких медведей пройдут во дворце спорта как раз против этого соперника, с которым новокузнечане встречались в начале своего выезда. До Астаны нашей команде тогда предстояло преодолеть неблизкий путь. Мы ехали на автобусе, продолжительность это было 32 часа. Мучительно, долго, скучно, нудно. Но ничего, мы приехали. День отдыха у нас был, тренировка потом. И все, и мы вышли и играли. Парни тоже подустали в этом разъезде. Было нудно ехать еще до Тюмени. Но это потому, что мы провели еще в Тюмени 3 дня просто. Как бы лежали на кровати и ничего такого не делали. Как думаете, если бы до Астаны добирались намного быстрее, шансы в играх с снежными барсами были на очки? Да, даже можно сказать, дело не в этом, сколько мы ехали. Просто мы вышли бездарно первую игру, отыграли в обороне. Получили первый ненужный гол со своей зоны, считай. Выбросили шайбу, вратарь ошибся. И все. А вторую игру мы боролись, кусались, но чуть где-то не повезло, не реализовали моменты. В поездке медведи находились в общей сложности 21 день. За это время наша команда провела 8 матчей, сыграв в Астане, Омске, Тюмени и Ханты-Мансийске. Причем в 5 предыдущих встречах новокузнечане одержали 4 победы. Результативный хоккей на выезде показал наш 18-летний нападающий Савелий Малетин. По числу заброшенных шайб сейчас уступающий только более опытному Александру Крегану. Будем стараться дальше еще больше забивать, тут набирать очки. Ближайший матч в чемпионате МХЛ кузнецкие медведи проведут 23 декабря дома против снежных барсов.